Детский восторг не скрыть. Новичкам Кубка «Газпромнефти», игрокам из пекинского клуба «Куни-Луни» на большом экране показывают новинки хоккейной экипировки. То, какой технологичной и практичной может быть форма. Здесь же при помощи специального 3D-сканера каждому ребенку индивидуально помогают подобрать модель и размер коньков. Игроки из Китая в гостях пока скромничают и на льду, и вне его. Фаворитами турнира себя не называют. Главная задача – присмотреться к опытным командам и достойно представить свою страну. Для нас большая честь играть с такими сильными командами. Это один из лучших детских хоккейных турниров в мире. Наша цель – обыграть хотя бы одну команду. А вот у хоккеистов из австрийского Black Wings более амбициозные планы. Они не расстаются с клюшкой даже в гостиничном номере, устраивая между собой импровизированные матчи, но не с шайбой, а с мячом. В команде даже официально разрешены бои подушками, но только в присутствии тренера. Видимо, следит, чтобы никто не уснул. Кстати, для наставника Black Wings Роберта Лукаса Кубок «Газпромнефти» – первый турнир в качестве тренера, но в Сочи он уже выступал на Олимпиаде 2014 года в качестве игрока. Теперь бросил все силы на развитие детского хоккея в своей стране, ведь нужно менять систему. В свое время в сборной Австрии было много натурализованных хоккеистов. Сейчас я стремлюсь, чтобы как можно больше австрийских детей играли в хоккей. Хочу популяризировать этот спорт благодаря своей команде. На берегу Черного моря чешские хоккеисты из клуба АЦ Ларжи не загорают, отрабатывают броски на дальность. Хотя красотой российского курорта восхищаться не забывают. Уверены, Сочи – место, где сбываются мечты юных хоккеистов. Моя мечта – стать профессиональным хоккеистом и выйти в чешскую экстралигу, а потом получить приглашение из НХЛ. На этом турнире мы хотим получить удовольствие от игр и, конечно, победить. Правда, первый матч для команды из Чехии не принес долгожданных очков. Проиграли еще одному новичку турнира – Словану из Братиславы. Дорога к заданной цели только начинается. Пока что оступаться позволительно.